Как заинтересовать читателей и сделать так, чтобы библиотека стала современной? Специалисты отрасли встретились в Химках, чтобы обсудить актуальные вопросы теории и практики, обменяться опытом и определить перспективы дальнейшей деятельности. Библиотеки в нашем городе развиваются в духе новых технологий и инноваций. В рамках движения общественной поддержки активные жители предложили превратить две химкинские библиотеки, центральную городскую и семейного чтения номер один, в современные библиохоллы. Здесь проведут ремонт, закупят новую мебель и технику, оборудуют тематические зоны. Несмотря на технический прогресс, сегодня по-прежнему много тех, кто электронным книгам предпочитает бумажные. Мария Березеска – мать двоих детей. С ними она чаще всего читает классические книги в бумажном переплете. Бумажные книги, они детей переносят в какое-то пространство нового воображения. Развитие библиотечной системы положительно сказывается на взаимодействии школ и читальных залов. Инна Монастырская – директор школы искусств. Благодаря развитию сети библиотекам удается находить много точек соприкосновения со школьниками, вовлекая их в процесс чтения классической литературы. Наши дети читают, они любят книги, книги нам нужны, и мы хотим вырастить образованных, ярких и интересных детей, наше будущее. В рамках библиотечной конференции в музейном комплексе «Артишок» организовали работу тематических площадок. Гости встречи смогли пройти мастер-классы от библиотекарей, размяться интеллектуально, ответив на вопросы тематической викторины. Почетными гостями библиотечной конференции в Химках стали представители Министерства культуры России и Московской области. Всего же на мероприятии присутствовали более 50 представителей библиотек Москвы и Московской области, а также различных учреждений культуры и образования.